Почему меняются времена года? Отличный вопрос. Потому что так надо. Кому? Планете. Какая наука изучает растения? Природоведение. Точно. Ну да. Фотосинтез и так далее. Столицей какой страны является город Стамбул? Турция, конечно. Турция Анкара. Стамбул — это туристическое место. Вот. Куда ездят с удовольствием люди со всего мира, потому что очень красивый старинный город. Какой город является столицей США? А Вашингтон, в честь Джорджа Вашингтона. Можешь назвать самое большое озеро в мире? Я знаю, что самое глубокое озеро Байкал. Наверное, оно самое большое. Сколько лет государству российскому? Ой, затрудняюсь сказать. Как называлась наша страна в разные годы? Русь. Ну, все. А сейчас как называется? Россия. А между Русью и Россией ничего не было? Российская Федерация, Советский Союз. Вот. Какие города были столицами нашей Родины? Москва была столицей всегда. Только Москва? Да. Можешь назвать правителей России в 20 веке? В 20 веке? Нет. В каком году состоялось Бородинское сражение? История — это не мой конек. Не знаю, Бородинская битва, но, конечно, точно дату я не скажу. Кто воевал, помнишь? Нет. Нет. Можешь напеть три куплетки на России, какой-нибудь? Первый, конечно. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Можешь сказать, сколько в этом году лет исполняется Новороссийск? Нет, могу сказать, население Новороссийска почти 400 тысяч человек. Почти. А в каком году город основан, не помню? Нет. А кто основал? Тоже не помню. А цель основания нет? В каком году началась Вторая мировая война? Вторая мировая война началась в 1939 году. А сколько людей погибло во время Великой Отечественной войны? Не скажу. Можешь назвать города героя? Новороссийск, естественно. Севастополь. Их 12. Да, их много. Я знаю, они все есть на Москве, на Красной площади. У нас на площади героев тоже есть. Ну да, точно. Все не назову. Как звали первую женщину-космонавта? Забыла. Знаю, что Юрий Гагарин полетел в космос в 1961 году. Угу. В апреле месяце. Женщину не помню, как ее зовут. Сколько букв в русском алфавите? 33, по-моему. 32-33. Кто придумал русский алфавит? Не знаю. Прочти 4 строчки своего любимого стихотворения. Может быть, Булгаков, кстати. Любимого могу исполнить, которое первое на ум пришло. Вечер ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. 4 строчки или еще? Это дело. Ну ладно. А кто автор? Не помню. Не помнишь? Как думаешь, а Пушкин и Лермонтов могли быть знакомы? Они были знакомы. Правда ли, что 5 русских литераторов становились лауреатами Нобелевской премии? Наверное, все может быть. Не можешь назвать фамилию? Нет. Что такое число пи? Ой, число пи – это очень длинное число. Начинается оно с 1941. Потом 1900, короче, я не скажу, но оно очень длинное, я первые 15 раньше знала, со времен школы, но уже забыла. На чем растут бананы? На дереве. Почему в России празднуется Старый Новый год? Не знаю. Старый Новый год. А какого числа, знаешь? 13-го. Почему мы его празднуем? А весь мир нет? Не знаю. Раньше праздновали, потому что в это время. Поэтому сейчас праздновать. А почему перестали в это время праздновать? С чем связано? Не знаю, с чем. В каком веке вымерли кентавры? Существовали.
Какая ткань в организме мужчины является самой твердой? Понятия не имею. Я вообще думаю, что организм женщины и мужчины одинаковый, поэтому... И какая ткань в нашем организме самая твердая? Мышца, может быть, мышечная ткань. Да, то, что мы зубном. Костная ткань, точно. Угу. Какая часть зуба самая ломкая? А, часть зуба... Не знаю. Зубная эмаль. Эмаль, да, точно. Она самая твердая. Да. У какого представителя фауны больше всего зубов? Ой, у какого-нибудь кита, наверное. Сколько он? Не знаю, не считала. У улитки 25 тысяч. Не считала. Серьезно? Да. Почему молочные зубы так называются? Ну, потому что они выпадают, я не знаю. Ну, а причем без молочных? Ну, они цвета, наверное, такого молочного. Сколько раз в сутки надо чистить зубы? Два раза утром и перед сном. Сколько раз в году надо посещать стоматолога? А раз в полгода стабильно. Какие продукты негативно влияют на цвет зубной эмали? А, я знаю, что кофе, сигареты и, наверное, сладкое в больших количествах. На цвет сильно влияет? На цвет чаще влияет. Как часто следует менять зубную щетку? Раз в месяц, возможно. Может, раз в 3 месяца.